Здорово, народ! Ну что, сегодня у нас боецкий в режиме натиск. Наш герой взял себе Маусятинского, и давайте посмотрим, что же у него тут получится. Движемся в сторону базы для Т-110Е5. Тут у нас салют выполняет вверх. Молодец, какой большой, да? Тратит снаряды казенные. Ну и потихонечку И-7 решил немножко поспать. Молодец, С-7, да, почему бы не вздремнуть в начале боя. Собственно говоря, почему бы нет? Вон противники уже тактические навыки начинают применять. Ты смотри. Так, ну и собственно говоря, быстренько на базу все заползли. И давайте посмотрим. Суперконь перед нами появляется. Посмотрим, что тут Маус может сделать. Все-таки здесь слабых танков нету. Все 10 уровни. Поэтому просто не должно быть. Тем более, ну ё-моё, Маус, дело такое вообще. Хотя, в принципе, вот в таких боях, где не 15 танков, а поменьше, может, на Маусе и поинтереснее играть становится, когда по тебе со всех сторон просто голдой не летит. Ну, летит голдой, конечно, но хотя бы прям не со всех сторон. Можно что-то тут попридумывать и потанковать даже. Вот видите, уже 2000 дамага навалякали за первые 2 минутки. Я считаю, очень даже неплохо. Так, ну что-то у нас тут с захватом базы как-то не складывается, да? По-моему, там сейчас 2 товарища отлетят, которые на базе расположились. Да, он уже Т-110Е5 готов. И продвигаемся на центр карты. Тут, посмотри, спокойно разъезжает вообще, как у себя дома. И немножечко с поджогом задницы уважаемому на ИСУ-4, на ИСИ-4, да? Зашвырнули. Ой, как горит жопушка, да? Ой, жопушка горит! Зашел тут такой в новый режим. Красивый, в туфлях, с пакетом тут и едет. Ты смотри, огнетушитель не взял, забыла. И задница выгорела полностью. Так, ну надо нам что-то делать, потому что счет 0-2 вообще ни хрена не радует. Надо ИСА 4 добирать. Как-то отыгрывать это дело. Вон у нас смогли объекта 140-го добрать. И надо ИСА 4 паковать в ангар, чтобы он тут сильно не наглел. Все, до свидания. Тут ЯГЕ 100, смотри, против ИСА 7. Бодается лоб в лоб. И давай потихонечку поможем ЯГЕ 100. А то сейчас вот-вот ее С-7 запакует. Яга и сама неплохо справляется, да? Так, 3-3. Довольно плотненько идем. На самом деле, у Мауса уже, к слову, 5700 дамага. Очень даже неплохие результаты. Давайте, пока время есть, напомню вам, народ, что спонсоры этого видоса, парни с классного сайта WotKit, где вы можете себе золото и премиум танки получать. Советую на WotKit вот главный контейнер, из которого больше всего крутых призов выпадает. Залетайте. Собственно говоря, по ссылочке в описании, я вот с главного контейнера выбивал себе и ловешника, и с 3СМЗ, и 10 тысяч голды выбивал очень неплохо. А если будете счет пополнять, вот этот наш классный промокод вводите, бомбилка с 2О, внимательно, да, он есть также в описании под видео, промокод там и ссылочка написана. По этому промокоду дают каждому подарок, бонус при пополнении счета. Также там вот ежедневная раздача 5000 голды. Одну кнопочку участвовать, вот эту надо прожать. 2 секунды, не забывайте, каждый день надо прожимать. Там я голдишку поднимал, так что шансы есть. Так, а мы смотрим далее. И Маус остается у нас, пожалуйста, один. Вся наша команда успешно отправилась в ангар, хотя результаты у Мауса шикарные. 7800 дамага, посмотрите. И при этом вся команда посливалась.
Пробуем тут восстановить себе немножечко хп. Хоть как-то выровнять ситуацию, но выровнять сложно. Потому что, видите, фуловый объект 430У выкатывает. И там сейчас еще Т-110Е5 поедет. 430У вообще нас не жалеет, сразу сзади зашел. Ну и надо хотя бы кого-нибудь одного из них добрать, потому что с двух сторон насилуют Маусятину, а? Ну ёпрст, что творится? Так, немножечко задом разомнем. Попробуем поджать 430У к дому. Отхиливается Мауса Е5, добирать быстрее нужно, выцеливаем шишку на башне. 430-й, пожалей нашу жопу, пожалуйста, она не заслужила такого обращения. Ты смотри, наваливает и наваливает. Е5-го добрать быстро. Есть. Так, еще 1300 хп. Хилимся, все шансы имеются затащить. Надо что-то делать только с вот этим, с этой занозой в заднице, в прямом смысле этого слова. Так. Ну что, надо как-то оттеснять его от нашей жопушки. Броня не побрита еще. 10 тысяч урона, тем не менее, уже. И смотри, заходит сбоку. Давай, Маусеныш, доворачивай. Правда, очень мало хп. 700 хп остается. Хилочки уже нету. А 430 прям... Очень жирненький такой. Походу не сможем. Вот, наконец-то появилась хилочка. И... Ну, совсем немного смогли отхилить хп. И в итоге 430 у нас добирает. Тем не менее, результаты шикарные. Давайте к итогам. Ну и тут у нас, пожалуйста... 11815 дамага, 3 фрага, вот, такой, вот такая красота. Не, результаты прям классные, но тем не менее, все равно наша команда проиграла. Ничего не поделаешь. Вверху справа прошлый видос появляется, залетайте, смотрите на WotKit, заглядывайте, ссылочкой промокод в описании. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!